не умничай. Девчонки, всем привет. Мы с Доминикой. Просто она в кадр не помещается. Держите слева, чтобы выехать на дорогу Дарницкая площадь. Мы включили навигатор. Мы едем на Viva Beauty день. Вот. Плавно поверните налево. Поворачиваем плавно налево. Вот, Никулька. Мы едем на Viva Beauty день, и там дресс-код красный. Поэтому Ника с красным шарфиком, я в красном платье, но в белых кедах. Вот. Поснимаем вам там, покажем, что будет. И когда приеду домой, я вам покажу наш вчерашний улов, шопинг, что касается обуви. Мы были вчера, ездили с мужем и детворой. Через 8,3 километра держитесь справа, чтобы выехать на дорогу Валерия Лобановского. На Лобановского будем выезжать, окей. Вот, с детворой ездили, искали обувь. У меня, у детей, у меня нормальные ноги, в плане я имею в виду, что у меня нету подъема. У меня все нормально со стопой, но у моих детей плоскостопие, у Демы, возможно, но врач сказал, что нужна ортопедическая обувь, которая Ники лечебная, а у Демы профилактическая. Вот. У Ники уже плоскостопие, у Ники там вообще все, да. Ей нужна специальная обувь. Мы купили ей специальные тапочки, в которых она будет ходить дома. Они очень стильные. Ну да, они прикольные, и она и летом в них будет ходить, и вот дома, потому что врач сказал, единственное, когда она без обуви ортопедической, это когда она спит, да. И все остальное время, говорит, она в обуви. Поэтому мы купили стельки для того, чтобы эти стельки она просовывала во всю обувь, и покупать обувь тоже со стельками. Ой, там авария. Вот, и Демке мы тоже купили стельки. Вот, и тоже надо в каждую обувь. Это первое. Второе, то, что мы купили еще детворе, ну, врач тоже прописал, говорит, это очень полезно, и полезно, почему я вам это все рассказываю, полезно просто для, даже для профилактики, если у вас и у ваших деток с ножками все хорошо, то это такие, как камушки, и вот надо по этому такому половичку ходить. Я вам покажу, что мы купили. Мы недорогой купили, там всего лишь 4 пазла. Можно было купить на 6 пазл, можно было купить и не в виде пазла, а просто в виде коврика. Но мы купили в виде пазлов. И вот Дема с ними играется, их складывает, по ним ходит. Вообще для него это как игрушка. На 4 пазла стоили 300, по-моему, 25 гривен. Но я вам точно дома скажу. Там, по-моему, ценник остался. Вот. Обувь Доминикина стоила 1300. Мы купили, это сербская. Можно было купить чуть дешевле, но не было модели. Вот если Украина, то не было модели, которые бы нам, ну, понравились. Демке тоже купили шлепанцы, правда, на вырос чуть-чуть. То есть он дома в них тоже ходит, но они на него слегка велики, мы для лета брали. И все, я вам это покажу уже дома. Сейчас мы едем на Viva Beauty день, поэтому оставайтесь с нами. Настоящая осень. Так здорово. Стой, давай, смотри, сколько там листьев. Пошли листьев, по листьям. Да, по листьям идем. Все, это красивый кадр, красивый кадр. А теперь замедлим. Видеосъемку. О, стой, мама, иди сюда. Опа, и мы пришли. Что? Давай медленно сделаем, как листья вот так. Давай. Ника это уже придумывает. Давай, 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 давай. Видите, давай, на улице какая давай, шикарная давай, погода. Давай, а как давай, ты хочешь? Хочу, чтобы ты сняла мои ноги медленно. Медленно? Так мы это в этом в монтаже сделаем медленно. Давай. Хорошо. Вот так? Да. Только ноги? Да. Давай. Ой, сейчас обувь будет грязная, Ника. Ну, она нормальная, чистая. И у меня листочек на штучках. Потом останавливаешься, такая тынь-тынь-тынь-тынь.
нравится. Но это, мне кажется, больше, которое питательное, да? Потому что по текстуре видно, что он такой жирненький. Да. Но он хорошо будет именно как дневной идти. Ну, в такое время года? Да. На осень, зиму очень хороший вариант. И легко впитывается. Ни жирного блеска, ни липкости, абсолютно ничего, дискомфорта никакого нет. Это более легче текстура. Да, он легче. Текстура легче. Быстрее впитывается. Это на ночь лучше. Не забывай. Да, ну, чтобы не было никакого. Зато живые фотографии. Теперь полный? Нет? Да, еще раз большой. Да. Вот. И давай теперь на полный. Не позвольте, да? Сейчас, секунду. Мама под огромным зонтиком. Обещала вам показать коврик-пазлы. Вот такой прорезиненный коврик. Выглядит он вот так вот. Тут 4 штучки, тут 3 только, где-то еще один Дема делал, вот такой вот. Они разных цветов, и по ним ходить очень прикольно. Так, знаете, как-то так аж слегка сначала было больно, а потом привыкаешь. Вот тут вот попроще, а вот тут вот прям совсем. И у меня малые ходят, им нравится. Демка вообще по приколу. Это утром мои пазлы. Да, твои пазлы. Утром просыпается и бежит сразу босыми ножками попробуй ходить по пазлам. Я тапочки буду. Давай, брать. Давай, снимай тапочки. Носочки и тапочки. Можно? Можно. Ура! Я вам чуть-чуть цену неправильно назвала. Дорожка массажная, резиновая для стоп пазлы. 4 штуки. Стоит. А мне можно очки снимать? Снимай. 462 гривны. Вот. Купили в магазине на Харьковском шоссе, недалеко от дома. Там же купили Демки и обувь. Вот эту вот. Вот. Они на него слегка велики, но... А это купили. Носки мне не нужны, зайка. Вот. Фирма Ortex. Это... Производство наше. Нежели сербская, потому что Ники купили, Демушка, тихо, Ники купили тапочки сербские, они стоили 1300, а Демкины стоили 400, ну почти 500 гривен, то есть в два раза дешевле, вот. Но при этом все равно, ну, ортопедическая хорошая обувь, я читала отзывы, вот. Так, что еще хотела показать, стелечки хотела вам показать. Вот стелечки, это тоже купили в том же магазине. Вот так вот они выглядят, да. Вот. И эти стелечки... А мне можно это? Сейчас, спасибо. Зайчка, подожди, на. Вот, эти стелечки можно вставлять в любую обувь. Подожди секундочку, я покажу. Вставлять в любую обувь для того, чтобы ножка у Демки, у Ники, чтобы исправлялась, потому что у нее уже идет лечебная. А у Демки просто профилактическая, потому что в таком возрасте деткам, ну, профилактика просто как бы полезна. Вот Никины тапочки. Они на липучках были разные. Мы ездили по магазинам. Дема не дает говорить. Мы объездили, наверное, магазинов 5 или 6 в поисках обуви именно для Ники. Потому что она хотела, чтобы... Ну и я хотела, чтобы они нормально смотрелись. Но мы не могли найти что-то такое симпатичное. Все какое-то было такое корявенькое. Ну вот эти нашли, их купили. Они на липучках. Вот. Спасибо, вот, как нам объяснили, это кожа. Нам объяснили, что как надо правильно выбирать. В принципе, в магазинах знают и рассказывают. Чтобы пяточка легла вот сюда вот, и носочки были чуть-чуть вот сантиметр
вот так вот. Ну, то есть вот они для пальчиков. То есть не так, чтобы пальцы были прям вот здесь. Пальцы должны чуть-чуть отступать, на сантиметр сказали. Вот с таким расчетом и взяли. У Ники размер 38-39. Но здесь они говорят, мало меряют, вот, взяли ей 40. Прикиньте, у нее по размеру обувь больше, чем у меня, но некоторую обувь мы носим вместе. Но так как Нике я покупаю обувь вместе со стелькой, то есть мы приходим в магазин, она свою стельку вставляет в обувь, и вот таким образом мы покупаем ей обувь. Вот, поэтому идет как на размер больше. В общем, все вам рассказала и показала. У кого у деток такие же проблемы со стопками, потому что у Ники вообще плоскостопие такое жесткое, а у Демки высокий подъем и плюс еще и возможное плоскостопие, если не будет вот таких вот стелек, можно сказать, профилактических. Да, Дема? На, а ну-ка разрисовывай, где, как грибочек будет Дема рисовать, давай, вот так, правильно, а грибочек как рисует, вот она тут такой, вот от шляпка такая, шляпка и вот такая ножка, вот это грибочек. Бабушка учит Дему рисовать. Это грибочек? Грибочек, да. А покажи мне домик. Домик где? А где окошечко у домика? Свет горит? А дверь, куда Дема заходит по крылечку. А труба, которая дымит. Там топится тепло и чай пьют. А облака какие у тебя? Красивые облака. В голубом небе, да? А солнышко какое по цвету? Оранжевое, желтенькое, красное, да? А это пределе. Это облака. Что это? Дема, ну это же он очень любит привидений. Ну давай теперь ежика нарисуем. Гриб есть, елка есть, двор есть. Сейчас зеленый карандашик поточим. И давай-ка, давай вот так вот. Ежика. А ежика давай нарисуем черным. Черненький бери вот так. Черненький. Вот так. И как ежика надо нарисовать? Вот такой ежик идет под елочкой. Вот такой вот. Вот так. Вот. Бабушка художник просто. Вот такие у него иголочки. Какой-то лысый ежик. Скажи, не торопись, мама, мы только начали. Вот носик у него. Не торопись, я начал. Он начал. Вот так глазки у ежика, вот. Вот, и вот такие иголочек, много-много, вот такой идет. За грибочком идет, да? Да, вот лапки у него. Да, это длинноногий ежик. Да, ничего, он не длинноногий, он торопится. Ой, давай, он торопится. Сегодня приехала в такое арт-кафе, галерея здесь, зона называется. Будет сейчас фильм со смыслом. Я первый раз нашла в Фейсбуке, отпросилась у мамы, говорю, можно я поеду? Мама говорит, можно. И вот я приехала. Компанию никакую не звала, в общем, никому из подружек не говорила. Я иногда люблю проводить время в одиночестве. Eccoci tutta la calma che vuoi. Pare da Staffiuggi. Uno scrittore dallo scatto breve, un centometrista, un fiato corto. E lui non è sciasso il mio bene. Tutto se il senso поконо ipocromo бентежності буття у цьому світі. Бла-бла-бла. За його межами c'è l'altrove. Є щось інше. Io non mio. Але мене не обходить те, що за межами. Dunque, отже, che questo роман починається. Кіно закончилось. Два з половиною числа. Господи, я заговорюся. Два з половиною числа шло. Здесь, видите,
Можно на стульчиках сидеть. Но 2,5 часа на стульчике, это, конечно, жесть. Мне удалось взять мешок. Я вот так лежала весь фильм, поэтому было гораздо проще и легче. Фильм глубокий и со смыслом, поэтому, если хотите, можете глянуть. Называется «Великая красота». Все, я еду домой.